Думаю, тогда на сегодня как раз завяжем. Ты что, я так игр... что-то наиграл нафига? Бдюм! Так. Ну, это классический мультик про Микки Мауса. На в я бы... А, я играл в такого Микки Мауса. Здорово, отец! Ну что? Это типа додж идет? Спасибо, отец! Подбросил. Красота, это да. Спокойно. Это классический платформер, что может быть? Блять. Есть. Что может лучше быть классических платформеров? Я понял. Да ты заебешь. На подоконнике можно прыгать. Да, но он же не допрыгивает. Бля, ну я все, я понял. Я так понял. У него 5 хп, пальцы, все, ебать, нихуя сложно. Правильно, да? Открыл, молодец. Иди сюда. Хуй. Ты чё, сука? На нахуй. Я тоже знаю такую игру. Да, блядь. Иди сюда! Опа. А чё это всё цветное стало? Спокойно. Концентрируемся. Опа, босс. А что делать ты должен? Еще одну, давай, пацаны. Хорош. Странный босс. Что-то там, да, да, бла 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 бла.
Так, мы в какой-то темноте сейчас будем шароебиться, я понял. 33-й. Мэд Доктор. Плохой. Ой, еба. Я понял, что за плохой доктор. Тут сейчас этот рыжий... А, подожди, рыжий хуй, это у Warner Brothers. О, бля. Давай еще разочек. Мне что-то понравилось, прикольно. А? Да заебете, блять, да как их так обходить-то? А, ну слава богу. Охуительно. Да не, в Земпарк, кстати, надо было бы минут хотя бы 15 потратить. Сейчас зайдем для разнообразия. Нихуя себе, нихуя себе. Да что сейчас бы... Что? Нихуя себе гамплай. Ибо 3D-шный гамплай, где это было видно? Мне же вниз надо спуститься, да? Спасибо.